я ушел из дома. Это как сон, здесь очередные суки. Валится бабло мне на ебло, я на ютюбе. Катится битло, я на него, наверное, в клубе. С пятницей любовь, она целует меня в губы. Я еще в Одессе, мы сейчас с ребятами идем за билетами в Приватбанк. Покупаем билеты в Киев. И едем, будем ждать поезда. Мне очень сейчас адреналин вообще, знаете, на душе так беспокойно вообще. Мам, пап, если вы это смотрите, короче, извините меня, пожалуйста, но типа все будет хорошо. Можете смотреть там, мои видосики. Я добьюсь всего, чего хочу, и вы сами потом охренеете, честно. В общем, я зарабатывал деньги именно для этого. Сейчас купим билеты и едем в Киев. Со мной будет все хорошо, так что можете не переживать. Ребят, понимаете, еще я настолько быстро собирался, что я даже не все шмотки взял. Я взял всего одну пару джинс, три майки, три пары носков. Трусов нет. Я взял вот единственные трусы, придется покупать там, если деньги будут. Останутся, точнее. Вот. Свитер взял, паспорт, свидетельство, идентификационный код, всю эту штуку. Карточку свою, там где деньги, но обязательно. И все. У меня один рюкзак. А я планировал брать куртки, все теплые вещи. Все, короче, все мои шмотки. Но у меня не получилось. Я сам вернусь, если ничего не получится. Если получится, не переживайте, я все равно закончу учебу. Тем более сейчас лето, сейчас есть способ попробовать. Не способ, а есть шанс попробовать. Ты не снимаешь ничего? Я снял, чтобы покупать нужно. В общем, все, мы сейчас будем покупать билеты и да. Что это такое? Как здесь, куда смотри? С карточкой что-то сделал не то. Пойдем на улицу, там вызовешь. Чисто с карточкой сделай что-то не то. И мы теперь уедем. Ну, а там у него, в общем, 4 косаря еще на карточке. Я просто не знаю, как их сейчас снять, потому что мы в Киеве будем снимать квартиру. У меня немножко денег, у него. Скинемся с ними квартиру. 90 гривен. Камера такая какая-то. Что? 90 гривен. Убер? Да. Блять, погнали на маршрутке. А если не успею? Ладно. Нам надо за полчаса сейчас доехать до ЖД, чтобы активировать их. Если не успеем, то мы просто всрали 600 гривен. Но мы типа вызвали такси сейчас за 90 гривен. Просто всыраем бабки в никуда, понимаете? И мы сейчас едем на ЖД за 90 гривен. Будем. Билет отправлен мне на e-mail. В смысле? Мои квитанции по коду. Так, короче, главное его активировать и все. Ты все время снимал. В общем, сейчас едем уже на ЖД и покупаем билет, активируем билеты и ждем поезда в Киев. Так, надо 46 чтобы быстро обменять эти билеты. Да. Так это круто. У меня камера уже садится, надо будет ставить на зарядочку. То что, слава богу, я видеоблогер, блин. Вот. Где касса? Касса. Забрали билеты. Сейчас идем в камеру хранения, забираем шмотки и ждем поезда и едем. Тут залепили, сука, окна. Нахуй. Не, будем сейчас это разрывать. Да. Полностью. А что, блядь, закрыто? Угу. Мы задохнемся. Мы ночью ехали нормально. Не нормально. Не, давайте что-то решать, ребят. В общем, ребят, мы уже едем. Едем. И будем спать. Потому что нам вставать в 2 часа. Не, не в 2, в час. В 2 мы приезжаем. Всем спасибо.
короче. Днем и ночью. Ты чё, блядь, его оставила без одеяла и без подушки? Он бедный скрючился, мне пришлось ему одеялко отдать. Потому что, ебать, о, батя, я же говорю, что его без одеяла. В общем, короче, ребят, доброе утро. Хера ты меня отдаешь? Мы уже... Да не буду его. В Киеве? Мы в Киеве? Или еще нет? Короче, мы где-то возле Киева. Час 10. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Пойти гостить тебе, да? Ой, да ты возьмешь. Хорошо. Все, все, добазарились. Бодя порешался. Что, Бодя... Блин, что мне на голове творит? Ребята, мы в Киеве. Отца какого хуя мы собрали? И чашки сейчас какие? Мы в Киеве. И за чай заплатить, за это есть мерки деньги? Все, ничего не забыли? У меня есть все. Получилось зайти в МАК, потому что он закрытый. Капец. В общем, ребят, у нас не получилось даже в пузатую хату зайти, потому что везде все закрыто. И мы взяли, ребят взяли шаурму, короче, оказывается, там мясо тухлое какое-то. Короче, угар только что был, Настюха пришла, разобралась, я сейчас делаю новый. А я взял себе фалафель, еще ни разу не хавал. Это нормально пахнет? У него не воняло. У него мясо не... А мы от чего воняем? Пропавшее мясо. Мы от чего не воняем? За что, блядь, за проклятие? У меня какой истинный, мы не давите. Вкусная тема, кстати. Серьезно. Вкусно? Дай тебе вкус, блядь. Это мне, значит, хуёвило всегда от мяса. Что без мяса я могу... Вкусно и приятно кушать, оно не воняет. Нет, вкусно. Это не травяносы. Не то, что там... В общем, ребят, сейчас кушаем. И ждем... Ты уже на метро. Это же, скажи, мясо же нахуй. А потом... Фу, блядь. А потом идем... Что идем? Квартиру смотреть, наверное, какую-то. Фу! Вот ты, фу! Фу! Блядь, да, чуть не блеванул. Оно рыгачками воняет. Вот, оно воняет пропавшим мясом. Это же лежало... Оно рыгачками воняет. И что, нормально заходит? Заходит.
Якщо йому подобається, якщо йому одразу не завоняло, значить, ну, може, значить, в мене якесь отношення до нього, не знаю. Нормальна тема, я завжди буду. Я теж завжди буду фалафель хавати. Я не советую, ребят. Ні, це вкусна штука. Отвечаю. Берите фалафель, не пожалеете. Приятного нам аппетита. Бодя, приятного аппетита. Бодя. Приятного аппетита. Спасибо. В общем, ребят, я уже домонтировал этот вложик. Вот. Там продолжение еще будет. Потому что она слишком долго она вышла. Вот. Ребята угорают. Вот. Просто с этого влога мы смотрели там пару частей. Так что подписываемся на мой каналчик. Подписываемся на каналчик там. На Бодин каналчик. На... и все. Все, всем пока.